друзья, всем доброе утро. Сейчас у нас мороз пришел, прям зима. Сейчас машина вам показывает 15. Сегодня у нас с вами 7 декабря, время 5:20. Если видос начинается в машине, это значит, что мы с вами прем опять на щучку, опять на жерлицы. Мирную рыбу я чуть-чуть отложил в сторонку, успеем еще половить плотву, густеру и всякую подобную рыбку. В тот раз мы открылись, ну, честно сказать, так себе. Первый лед, но что-то не особо. Сегодня прям свежо-свежо. Вчера опять купил карасиков, перебрал жерлечки, так что не будем терять времени. Вперед, на поиски зубастых. Друзья, доехали мы. Фух, холодина. Да, ляка уже прям хороший. Посмотрите только на вот эту красавицу луну. Ух, руки мерзнут. Жесть. Так. Ну, приступим. Все у нас все то же. Жерлички все те же. Все одинаково. Стабильный залог успеха. Фух, холода. Серега сегодня с отцом. Пашки сегодня нету. Пашка работу работает. Единственные ватки я вчера не вытащил. Ну да ладно. Оп-оп-оп-оп-оп. Добровольцы. О, у них вода теплая. Ой, хоть грейся. Живцы у нас опять карасик. У нас, в принципе, других в городе и нету. Не, есть еще пескарь. Но за пескаря там просят. Просто немерено. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Что-то не хочет он нырять. Да, лед прям подрос, прям заметно. Давай, пошел. Иди. Щуку ищи. Ух, сужу. Все, ребят, собираю последнюю жерлечку. И все. 10 штучек забубенил. Так. Серега все бурит. Да хватит тебе бурить уже. Пошли, я тебе лунку сейчас покажу. Если там поймаешь, половину отдашь. Ты не туда уже идешь. Аккуратно. Во. Тогда ловили, аж грязь вылазила. Ну вот сюда одну забубень. Да он не успел. Вот. По-моему, о, хренячу. Где у него тут поклевочки были. Оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. Ну да вроде. Тихо-тихо-тихо. Ну что ты там? О! Нормально. Хорошечная, видишь? Флюр за усик попал. А как у меня, ну там флажок сбил. Ну твою поклевку я не заснял. Иди, иди. А я
Да тихо ты. Еще по темноте. А Серега пришел. У него там жерлица стоит, а флага нету. Да и заглотило прям уже конкретно на его. Ну-ка, сударь, где ваша рыба? Ага. Тут у меня хороший там живец стоял. А у меня тоже хороший там. Здоровые. Ну да. Вот Серега сейчас тоже вытащил. Все, ребят, перевязал я флюрчик. А то тут что-то она погрызла прям конкретно. Ну, у меня тут, слышишь, здоровый был. Прям лошадь была конкретная. Что-то караси половина накуклились. У меня там тоже хорошая. О, упакую еще сардину, забахаю. Так. Две сработки сразу. Ну, одновременно, да. Ну-ка. Флаг, интересно, у меня выйдет. Не знаю, как оно тебя его сбило. Так. Захочешь его вынуть, ты вынешь. Ну что, продолжаем. А тут места мелких щук. Мотаем. Мутает. Оп. Хорош. Вот, на подонке. Тихо, тихо, флюр, не... Там 900. Ну, вот еще одна. О, видишь, это... Молодец. Ага. Просыпается щучка у нас. Ну, такая, да, рам 900. Нормально. Вдруг не хочет. Не хочет? Ничего, сейчас заменим. Фу, блин, сразу вторая поклевка, блин. Пробую размотать. Он такой удар понял. Я смотрю, у тебя и у меня сразу. Тут и птички чирикают. Сегодня ясно будет. А пока на фронте затишье, надо жахнуть чаечка. Чтобы замерз. Ну, ваше здоровье. Да ты куда ты? Куда ты? Сейчас камыш придет. Оп. Такая же, как и та. На, вот эту фигни. Нормально. Что там, флю погрызло, не? Да так, чуть-чуть, терпимо. Караси, блин, хоть на сковородку. Я вот только весы забыл. И такая. Килушка где-то. Пойдет. Так, время от времени, когда ловите сильный мороз, нужно проводить эту махинацию. Взяли ножичек, прям, оп, чтоб потом мало ли у вас бонус клюнет.
чтобы смогли его вытащить. О, карась бешеный. Мороз хороший, а щук не клюет. Время уже 10:30. Вообще, вот как она поклевала, где-то с 7, с 7:30 до 8, и все. Тишина, больше ни поклевки. Уже взял блесенку, пошел попробовал окуней, походил. Окуня тоже сказали, иди. Погодка прям налаживается. Ну, ветерочек, вот плохо ветерочек, а так нормально. И другие тоже вот ходят, мужики, говорят тоже. Выход вот у нее был 30 минут, прям пах-пах-пах, поклевки, и все. Сейчас еще и мы посидим 30 минут и пойдем жарить сало. Сало на рыбалке. Огонь. Даже не знаешь, куда переставляться. Если были бы хоть где-то поклевки, можно было перемещаться. Когда их нигде нету, хрен его знает. Ну и сколько ее сдать можно? Да не спеши, ты нанижи, а то он сейчас прогорит нафиг. Нанизывайся. Только вот багры возим, чтобы сало жарить. Ну, и все, больше ем. Хрен когда. Ну раз я тоже пользовался. В основном только сало жарим на них. А ты что тут поналожил? Тушенка опять? Тушенка. Тушенка, цыпленка. Подвиньте, да, я тоже. О, на остальные камыши не спали. В таком ветре. А. Хью. О. Ну-ка, подвинься. Давай, грей лук. Смотри, лук спалишь. Будет запеченный. Это Пашки сегодня нету. Вот поэтому и не клюет. Так, ну что тут мы имеем? Совсем другое дело. А где ты еще такого вкусного сала поешь? Как не на рыбалке. Не дала. Не дала поесть. Горячего сала. Ага. Фух, да далеко-то. Ну, что-то не мотает. Фух. А я сижу, ем, поворачиваюсь, смотрю, флаг горит. Думаю, ни хрена себе. Ну, давай. А то сейчас там сало стынет. Не. А вон, чуть-чуть шкардыхнуло его. Не балды! Сказала, идите обратно, ешьте сало. Что-то даже не размотало. Коза. А еще какая? Ну что, ребят, вон он, красавица. Стоит, горит. Здесь сегодня одна холостая была. Сейчас прям посмотрю почти на глазах. Пух, выскочил. О, мотает. Блин, че леска петлю скинула.
Сейчас мотало. Подходил. Ну, пожуй, пожуй. Сейчас с тобой сидим, поворачиваюсь, стоит, это самое, не горит. Отвернулся в другую сторону, поворачиваюсь туда, смотрю, стоит уже. Это отпускной. Тихо, тихо. Ты тихо, ты сейчас вот флюр только мне испоганишь. Иди, зови старших. Да, там грамм 500-600 карандашек. Буду заканчивать я рыбалочку. По итогу было у меня сколько? Поклевочек 5, наверное. Да, 3 поймал. Одну отпустил. И еще 6. Еще 2 холостые были. Серега одну поймал. Еще у него, по-моему, одна поклевочка была или 2. Погодка такая прям стала. Ух, хорошенькая. Не клюет. И фиг с ним. Сало пожарили. Налупились, как бобики. Вот утром у него выход был с 7 до 8. А еще потом какие-то у меня холостые. Ну и одного шкендика этого отпустил. Так что, в принципе, неплохо. Воздухом подышали, свежим, морозным таким прям, ух. И мужики рядом вон ходят тоже, не особо. Воду скидывают, лед трещит, жесть. За 3 дня лед прям 2 раза больше стал. Так что, такие дела. Рыбалка удалась, буду собирать жерлички и домой. Всем, кому понравилось, палец вверх, подписка на канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока.